КОПС. Центральная организация полиции. Боремся с преступностью. Сейчас и в будущем. Защищаем Empire City от большого босса и его прихвостней. Мультсериал КОПы. Озвучено творческой студией Фронда при поддержке кошачьего оккупационного правительства. Перевод Центурион. Роль озвучивают Эльмира Бестия и Паладин 82. Дело о съезде преступников. Файл КОПС 32816. Все началось с того, что в Empire City съехались самые отъявленные и разыскиваемые преступники со всего мира. Так начиналось наше расследование. И я Большой Босс, глава преступности в Empire City, и я рад вас приветствовать на ежегодном съезде преступников. Нынешний съезд связан с наградой. Награду, присуждаемую за отдельные заслуги. Я вижу, что каждый из вас хочет обладать званием преступник года. И в качестве награды один из вас получит... золотой ремень! Звание преступника года будет моим! Да, моим! Последние несколько дней уровень преступлений снизился. Все преступники находятся в одном месте. Может, они что-то задумали? Банковское ограбление. Вперед! Похоже, что отдых закончился. Вас ограбил непревзойденный берсерка. Расскажите об этом своим друзьям. Уверен, что вы запомнили мое имя. Мак-бабах. Сначала мах, потом дважды бум. Куда ты бежишь? Что ты здесь делаешь? Граблю первый банк Empire City, вот что я делаю. А я граблю второй банк Empire City. Да ты что? Да, это так. А теперь исчезни. А может, лучше ты исчезнешь? Так, Копс? Подожди меня! Похоже, что мы их упустили. Зато мы обнаружили деньги. Что ж, стоит посмотреть на кандидатов. Кто-то украл детские игрушки. Очень смешно. Дядюшка Большой Босс, ты сейчас занят. Я хочу стать преступником года. Я хочу получить золотой ремень. Что мне следует сделать? Ограбить банк? Банк — это детские забавы.
Преступник года должен совершить что-то большое. То, что каждый сможет увидеть. То, что могло бы выставить копов на посмешище. Ну как это можно сделать? Хорошенько подумай. Рассмотри все варианты. Ну, спасибо большое, босс. Доктор Вибрафон, ты должна мне помочь. Хорошо, Базбомб. Преступность, иди вперед. Должно быть замыкание. Я хочу выиграть золотой ремень. Мне нужно, чтобы ты помогла мне в этом. У меня нет времени на это. Выставка преступности «Иди вперед» открывается завтра. У меня нет ни минуты на это. Если бы только у нас был транспорт Кокс. Да, да, именно так. Пришло время поменять колеса, подружка. Люблю работать с машинами. Я бы посмотрел, как берсерка попробует меня обогнать. Берсерка преступник года? Нет, это просто невозможно. Я не могу в это поверить. Он повсюду. Пора сваливать. Посмотрим, на что способна эта малышка. Что? Я не могу в это поверить. Он улизнул. Должно быть, ремень безопасности его спас. Базбомб, нанеси еще краски на надпись. У нас пока ничего не выходит. Доктор Вибрафон. Я раздобыл то, что вы просили. Возникли проблемы, но не было выбора. Тебе никогда не выиграть золотой ремень с чем-то наподобие этого. Тебе стоило бы поучиться у берсерка. Сегодня ночью он собирается выкрасть статую из городского музея, чтобы получить награду. Вот это преступление! О, да. Если, конечно, он не сядет в лужу. Коп
Хопс, главный дозор. Чем я могу вам помочь? Я хочу сообщить вам о преступлении, которое произойдет сегодня ночью. Берсерк намерен провернуть дело в городском музее. Вы должны обезвредить его. Кто это был? Я не знаю, но его слова звучали достаточно убедительно. Вперед, мы должны это проверить. Прямо в яблочко Берсерка. А теперь постарайся сделать все как надо. Поверь мне, это будет легко. Каждый житель Empire City увидит мое лицо. Да, в новостной строке. Мы Хопс, и вы арестованы. Да, посмотрите-ка вот на это. Цемент! Он застыл! Наконец-то я сделала это! Что ж, я немного ошиблась. Эй, док, у меня для тебя кое-что есть. Это подойдет для выставки и поможет мне выиграть золотой ремень. Давай, Дробер, вези их сюда. Вот ты перед нами исторический памятник. Копы не могут даже пошевелиться. Жестянщик, мы застыли в цементе. Мы влипли в большие неприятности. Могла бы не говорить. Рады приветствовать вас на выставке, которую вы так долго ждали. Более 400 преступников приехало сегодня сюда. Перед вами Копс. Этот юнец слишком мал для такой работы. Что ты сказал? А теперь давайте посмотрим еще экспонаты. Не волнуйся, главный дозор, мы выберемся отсюда. Я не волнуюсь, я размышляю. Как я выгляжу? Прямо как маринованный пингвин. Скоро вы узнаете всю суть этой выставки. Идем, Бас-бомб. Не спускай глаз с этого экспоната. Как скажете, доктор Вибрафон. Эта гостиница стала пристанищем для преступников со всего мира. Нам нужно сообщить об этом в Копс. Да, ну как? Мы даже не можем сдвинуться с места. Прошу минуту внимания. А ну, заткнулись. Так-то лучше. До меня дошли слухи, что кто-то сумел захватить сотрудников Копс. И это никто иной, как мой племянник Берсерка. Он также покусился на городскую собственность. Ну что ж, поприветствуем его. Что ж, дорогие гости, я хочу вас спросить, что происходит с вами? Я думаю, мы можем улизнуть через эту дверь. Что? Если мы будем прыгать, то будем быстро передвигаться. Прямо как кенгуру. Работая вместе, мы сможем сделать это. Раз, два, три. Давай. Эй, что вы собираетесь делать? С
Простите, что спросил. И что теперь? По-моему, съезд проходит успешно. Ты что-нибудь слышал? Кому-то следовало бы ставить двери попрочнее. Преступником года станет тот, кому можно довериться. Я помню, как сам получал такую награду. Хотя это было давно. Телефон. Главный дозор жестянщик отсутствует уже целый день. Боюсь, что нам придется... Пулестойки на связи. Главный дозор, где вы? Мы около гостиницы «Рапсодия». Нам срочно требуется подкрепление. Хорошо, мы вас поняли. Пришло время бороться со злом. Я знаю, что вы все знаете меня как одного из самых известных мафиози. Я хочу сказать, что каждый преступник должен быть начеку. Кто-нибудь, полейте его водой. Великолепно, дядюшка, великолепно. А как вам удалось сбежать? Работа в команде. Чтобы давить копс, нужно работать вместе. И поэтому награда «Золотой ремень» и звание «Преступник года» должна быть присуждена человеку, который может быть лидером. Величайшему из величайших. А именно, мне. И что? Я требую пересмотреть этот вопрос. Для меня это большой сюрприз. Это приятно. Для меня это всегда будет честью. Вы арестованы. Кто это сказал? Это копы. Поднимите ваши руки. О, нет. Вы все арестованы. Бежим. Сюда, мои друзья! Как же здесь темно! Сматываемся отсюда! Сегодня не твой день, не так ли?
Они позади занавеса. Похоже, им удалось сбежать. Но они кое-что забыли. Сегодня мы хорошо поработали. У нас получилась хорошая команда. Мы все сделали правильно. У меня так болят ноги. Все преступники отправились в свои страны, в тюрьму. И больше никогда не смогут вернуться для борьбы за золотой ремень. Файл Копс 32816. Дело о преступном съезде. Дело закрыто. Мультсериал Копс. Озвучено творческой студией Фронда при поддержке кошачьего оккупационного правительства. Перевод Центурион. Роли озвучивали Эльмира Бестия и Паладин 82. Работа со звуком Паладин 82. Turbo Two Tone, Dr. Bad Vibes, Nightshade. Use caution in apprehending. Cookie Jar!